60 тысяч кубометров снега вывезли с тобольских улиц за январь. И это не считая убранного с территории многоквартирных, частных домов и организаций. Только за 29 января было вывезено более 4 тысяч кубометров. Уборка снега с улиц производится согласно маршрутным картам, в которых прописаны последовательность передвижения техники и время выполнения работ. На уборку города выводится до 100 единиц спецтехники. Тракторы, погрузчики, комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы и бульдозеры. Работы выполняют ДРСУ-6 и МУПДЭО, а также субподрядные организации. Отчитываются они ежедневно.